Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на Серебряный Ролеплей, 4-й сир. Моник здесь легенда футболь. Не забывайте вводить моник при регистрации. И также специально для моих подписчиков есть промокод. Пишите MN, 10-й пункт промокод. И пишите вот такой вот промокод KGAME. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Поэтому обязательно используйте мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будут такие большие перемены. На самом деле я решил переехать. Это первое, второе я решил изменить свой скин, поэтому сегодня мы именно этим и займемся. Сразу скажу, что я снимаю подряд, то есть это уже 4-я серия за этот день. Я решил записать серию наперед, чтобы потом они стабильно выходили, а не было как бы таких загулов моих, то я там подряд выложил 2 серии, потом через неделю выложил еще серию, поэтому все серии будут выходить именно подряд, поэтому пацаны, с вас ставьте на лайки и не забывайте подписываться на канал. Так, куда я хочу переехать? Я хочу переехать в Батырево. Почему Батырево? Да потому что, ну, как хочется в деревне пожить, а то это, знаете, этот город уже как-то задолбал на самом-то деле, и поэтому я очень хочу переехать в Батырево. Вроде бы как, там были квартирки, когда я там ездил. Сейчас мы поедем посмотрим, в принципе, да, что-то я не туда свернул, кстати, давайте развернемся. Я что-то не туда поехал, нам нужно, получается, вниз было ехать. Окей, сейчас мы тогда снизу проедем в Батырево, посмотрим, есть ли там квартиры. Если есть они, то я продаю свою квартиру, едем туда, покупаем обратно квартиру в Батырево уже, и потом я перекину все свои машины, перевезу туда и уже потом тогда куплю себе скинец. Ну, короче, серия будет довольно-таки прикольная. Так, вот я уже, в принципе, в Батырево приехал. Давайте посмотрим. Ну, домики по-любому все выкуплены, это понятное дело. Я его не ставлю ни по ГОСу, никак. И почему-то дома очень дорого продают. Блин, дом в Эдово в предыдущей серии чувак продавал минимум за 5 миллионов. Хотя у него ГОСка 250 тысяч. Ну, это же бред, серьезно. Я не понимаю, почему такие цены на Радмире. Вообще, серьезно, не понимаю. Так, давайте прокатимся, посмотрим. Возможно, все-таки где-то есть квартирка свободная. Я бы туда переехал. Блин, если нету, то мы не переедем, наверное, сюда. Блин, что вообще квартира? Нету. Ну такое. Так, давайте я поближе проеду вот так. Ну я смотрю, по карте вообще все занято, вроде бы как. Ну такое себе. Может объявку кинуть, типа куплю дом. Давайте кину объявку, куплю дом. Цена, ну, давайте 2 миллиона, ладно. В принципе, нормальная цена за дом будет. Я хотел на самом деле квартирку, но блин, если дом можно будет купить за 2 ляма, я как бы не против. Мне пофиг в каком месте, главное, чтобы это был дом, а не квартира за 2 миллиона. Короче, пока объява не уходит, я решил не тратить время и покататься по Арзамасу. Может, хотя бы чуть подальше приехать. Ну, реально, мне надоело то место именно, где я живу. И поэтому, блин, я на самом деле бы переехал. Ну, например, сюда бы куда-то переехал. Место вроде бы как неплохое, ближе к аренде, тем более. Так, Арсений. Надо посмотреть, почем тут вообще дома и можно ли вообще его купить. Вдруг он, типа, на этом, на аукционе находится. Так, на втором этаже, значит, давайте чекнем. Моя объявка так и не выходит почему-то. Я уже вторую тоже кинул на всякий случай. Блин, эти объявки так поздно выходят. Сейчас выйдет моя объявка, и в итоге вы не можете купить больше домов. Так, он точно не на аукционе находится. Стоит 400 тысяч, стоимость, так, ежедневная квартплата 4 тысячи. Угу. Ой, 2 тысячи. А у меня сколько в день, по-моему? 3 тысячи или нет? Ладно, я не знаю, подумаю, возможно, сюда хотя бы перееду, блин, чтобы поменять обстановку, потому что здесь как бы и получше место, можно тачки вот здесь парковать будет, как бы да. И аренда рядом довольно-таки. И площадочка есть. Ну не знаю, посмотрим, надо подумать. О, смотри, чувак тоже на таком же мотике, как у меня, и такого же цвета. Блин, надо будет его перекрасить. Что-то мне не нравится, чувака такого же цвета. Хотя, блин, мне он черный вообще очень нравится. С этими полосками голубыми. Вообще по кайфу, реально. Так, вытащим ключ. Так, короче, блядь, я заебался просто ждать, поэтому давайте я куплю хоть какой-то скин уже. Ну, не хоть какой-то скин, а какой-то скин выберу. Блин, я хочу что-то до 200 тысяч такой нормально найти, но думаю, у нас это не получится. Блин, кстати, вот этот неплохой, знаете, такой чисто бандюга с такими, бля, руки-базуки, нахуй, вся хуйня. 39 тысяч стоит. Такой точно брать не хочу, такой тоже. Блин, ну, на самом деле есть выбор, есть. Но все зависит от цены. Давайте я попробую посмотреть подороже. О, кстати, блин, этот, по-моему, скин, как у меня был. Как его, GTA 4, по-моему, это скин или нет? Я вот этого не помню. Так, 59 тысяч. Ладно, давайте я еще что-то найду интересное, то вам покажу. Короче, пацаны, я решил купить этот скин. Не знаю почему, но, блин, он будет выделяться среди всех. Как бы, и тем более такой деревенский парень. Тем более я собрался в Батырево переезжать. Надеюсь, мне это получится. Но так будет, типа, деревенский парень в городе. Поэтому покупаем 179 тысяч. Так, купить все. Замечательно. Просто, оу, oh, е. Yeah. Oh, my.
Это просто чётенько. Так, не будем лечиться, у нас еще ХП нормально. Все, погнали сейчас, блин, посмотри, как он на модике смотрится. Реально, я что-то захотел себе такой купить скин, мне он реально понравился. Потому что нужно выделяться, пацаны, я люблю выделяться, не знаю, как вы, я люблю выделяться, поэтому именно таким образом я и сделал. Так, ремень здесь нельзя пристегнуть. Блять, как же он в этом шлеме по-дебильному смотрится, XTP. Давай сними его нахуй, во-первых. Во-вторых, садись и поедем без шлема. Нет, все, шлем мы не одеваем, нахуй нужен, все. Наша кепочка нас спасет, если что, в любом случае. Бля, вот это просто четко, такой деревенский дед, блядь, на хонде гоняет. Вот это я понимаю, бля, оно. Бля, только я отъехал и дождь пошел, блядь. На мотике в дождь, что такое себе, блядь. Занятие, я вам скажу. Что-то все против нас. Так, давай на заднем, дедуля, давай, давай. Ты можешь. На заднем сейчас хуярим, давай. Вот это я понимаю, дедулька, блядь. Не, реально чётенько смотрится такой дедушка такой на мотике, блядь. О, ля-ля, просто прекрасно. Все, осталось найти квартиру какую-то, куда мы приедем, и все, в принципе. На сегодня миссия будет выполнена. Итак, короче, я решил все-таки продать уже эту квартиру, потому что, ну, объявления не выходят, я уже полчаса катаюсь, и как-то не по приколу мне это делать, поэтому сейчас мы продаем мою квартирку, во-первых, во-вторых, потом едем покупаем там та, что ближе к аренде. Ну, хоть поменяем обстановку, пацаны, серьезно, меня эта квартира уже заебала, я хочу переехать отсюда нахрен, и все. Так, давайте пропишем хоуми. Так, изменить улучшение дома. Домашняя аптечка, совместимость, совместное проживание, оформление субсидии, кап для вещей. Нихуя себе! Так, стоп, я что-то передумал продавать. Так, давайте улучшение купим, почему бы и нет. Так, улучшить, тем более у меня оплачено. Так, оформление, кавля вещей. Все, заебись. Так, а что можно еще? Так, список арендаторов. Так, отметить на GPS. Так, а как можно, типа, кого-то к себе подселить? Для открытия панели управления нажмите изменить. Так, список арендов. В вашем доме, кроме вас, сейчас никто не проживает. Отлично, так, окей. С помощью команды Life. Вы можете проживать команд Life, окей. Так, Life, ID игрока. О, отлично. Вообще, я смог это подселить. Пацаны, ну я думаю, блин, это реально будет заебись. Видите, я, блин, не знал, что можно улучшить свою квартиру. Все, я теперь не хочу переезжать даже. Пока что будем жить здесь, в принципе, район деревни Рогович. Я хотел поменять остановку, я не знал, что есть улучшение. И это довольно-таки круто. Все, у меня все куплено, поэтому на этом можно, пацаны, заканчивать. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.